Привет. Буэнос. Буэнос утрос, говорю я сегодня многократно. Дорогие друзья наши, особенно те, кто любит хорошую, замечательную, популярную эстрадную музыку, для вас приятный момент в нашей программе. У нас в студии уже появилась группа Лайка. Давайте познакомимся привет. С ними. Эй, привет, привет. Это Анжелика Лис, солистка группы Лайка. Алена Высоцкая, тоже солистка этой же группы. И Андрей Чехов, продюсер группы Лайка. Привет всем. Привет. Привет. Так представили эстрадную группу. Прямо а что? Народные артисты. Скоро. Вся попса — это популярная эстрадная музыка на самом деле. У меня вопрос. Я ваше название там в одном из заведений города Екатеринбурга столкнулся. Оно у вас очень своеобразно пишется. Несмотря на то, что вы называетесь Лайка, пишется через like.a. И я сначала вообще прочитал как like a. Все так говорят. Вот. Откуда возникло такое название? Почему именно такое написание? Андрей, почему ты точку поставил? А, потому что девчонкам можно поставить лайк за красоту, за талант. Я вот увидел и просто понял сразу. Лайк. Да. Лайк. Тут вот просто нет. Одни лайки только. Да. А буковка А у нас возникла, потому что Анжелика, Алена и Андрей. И Александр тоже вписывается сюда. А вот ты в наш коллектив не попадаешь. Да, вообще, давайте поговорим о вас, девчонки, познакомимся с вами. Кто вы, чем занимаетесь, как давно дружите, поете вообще на сцене, как давно вы? Может быть, когда-то начиналось все вот с маленького детского коллектива? Да, конечно, началось все с маленького детского коллектива. Мы поем очень давно. Началось все с стульчика домашнего, когда мы пели для своих родных. На сцене мы давно, с детства, но именно в группе Лайка мы через год назад. То есть мы познакомились. И познакомились мы тоже год назад. То есть до этого мы друг друга не знали, но за это время очень сдружились и стали. Все думают, что мы лучшие подружки с детства. Сейчас они уже старенькие. Это любимый вопрос, на самом деле, для многих журналистов. Как вы живете в женском своем коллективе? Это же гастроли, это же концерты, выступления. Ну, сдружились? Да, конечно, сдружились. Мы настолько разные. Конечно, сдружились. Надо так отвечать. Мы настолько разные, но мы как-то нашли подход друг к другу. Во многом уступаем друг другу. Без этого никак. Да? Ты же меня любишь? Очень. Ты любишь мою Зину? Подожди, Зина, попробуй. Да, Саш, ты же меня любишь? Продолжается наша программа. Смотрите, не отвечай на мой вопрос. У меня серьезный вопрос. Вот у вас же есть какие-то наверняка творческие планы. Конечно. Во-первых, совсем недавно у вас вышел клип, вы презентовали его. Долго ну и с ним и не с ним, наверное, связан какой дальнейший карьерный рост. Так какой? Что дальше? Вот чего вы хотите? Как чего мы хотим? Где? Мы хотим, чтобы мы звучали абсолютно везде. Вот вы включаете любой канал, мы там. Вы включаете любое радио, мы там. Просто чтобы все везде было в лайке. Мы этого сейчас мы хотим. В самом начале пути. Мы в стадии беременности сейчас находимся. Но нам нельзя. Вы наши не проект. Нельзя? Ничего нельзя. Я просто хотела нашим телезрителям показать небольшой фрагмент как раз клипа, презентация которого состоялась совсем недавно. Давайте сделаем это прямо сейчас. Это не первый ваш клип, третий. При этом при всем тоже собирает сумасшедшее количество просмотров, лайков на YouTube. Все верно. У меня вопрос к продюсеру. Сколько нынче стоит снять клип? Сложно ли? Где снимали? В Екатеринбурге или куда-то уезжали? Где искали артистов? В общем, причем арендовали такие классные тачки. Слушай, ну, конечно, да, это все стоит определенных средств, но это не самое главное. Самое важное, чтобы была хорошая команда, большая, как бы, большое желание снять хороший и качественный продукт. Такая вот интересная работа у нас получилась. До этого у нас были клипы больше направлены на картинку, да? А здесь мы сделали клип с сюжетом. Мы подошли, сделали такую драматическую историю. И очень довольны результатом. Сейчас клип набрал уже достаточно большое количество просмотров. Так говорите прямо, миллион. Да, уже больше миллиона. Миллион. Причем это русскоязычный сегмент, да, вас смотрит? Да, что самое интересное, нет, мы уже оказались очень интересно в топовых видео на YouTube, не только в России. Мы уже побывали в топовых в Швеции, в Чехии, даже на Филиппинах, и даже с Филиппин нам уже присылали. Беларусь! Нет, я сейчас говорю, нет, там безусловно. Да, все понятно. Это уже мы... Там мы говорим по-русски, там и так понятно. И сейчас этот клип уже занимает 3 недели подряд первое место в чарте Yellow Week. И что самое интересное,
на втором месте там группа А-студио со своим новым клипом. И группа Лайка. Даже... Да, Лайка, а мы на первом месте. Да, если честно, даже как-то неловко, потому что на самом деле я очень... Да ловко! Большая ловко! Нет, нам очень приятно, безусловно, нам очень приятно. Но я все-таки с большим уважением отношусь к звездам, которые работают уже вот много лет на сцене. Конечно, это большая и сложная работа. И поэтому, ну, безусловно, нам приятно, что мы... смогли. Мы будем побороться. Надеяться, что группа Лайка когда-то станет такой же масштабной, такой же весомой. Мы уверены, что мы станем. Так и будет. Но давайте, петь. Давайте, танцевать и петь. Давайте. Какая песня будет сегодня? Песня такая весенняя. Весенняя песня. Все, как я люблю. Поехали. Давай научим, как это делать. А я должна себя слышать в микрофон? Я тоже тебя не слышу, если честно. Случилось так не случайно, все на этапе начальном. Ага, прикольная пара, теперь нас пиплых зовут. Это было бодро, весело, прикольно, классно. Спасибо. Группа Лайка была у нас в гостях для того, чтобы все мы проснулись, зарядились и побежали по своим делам. Вернемся в студию буквально через пару минут.